Я не собираюсь участвовать ни в чем подобном. Мистер Чистоплюй, я жду от вас помощи, поддержки. Кто вы? Я Шерлок Холмс. Частный детектив. Это доктор Ватсон. Отгадывание преступлений нет места эмоций. Есть место фактам, логике, свидетелям, соучастникам. Желательно живым. Сердце что бьется? Сейчас остановится. Только разгадывание ребусов вас интересует, а жизнь человека вообще, так сказать, фомку. Да, он всего лишь часть ребусов. Я это предвидел. Я это предвидел. Вот что было бы, если не было подумать. Знаете, я сам ненавижу Холмса всеми фибрами своей души. За его разгильдяйство, за его точность, самоуверенность, за его... Я просто подумал, что... Здесь думаю я. Я. Доставайте пистолет, Джон. Он исчез, ладно? Я не взял. И это не все. Он еще умудряется постоянно быть прав. Постоянно прав. Есть. Где мне искать ключ? Я знаю, где. Ключ. Реакти. Она пустая. Значит, нам рано расставаться. Ты же обещал. А ты не веришь сатане. Ну, а ты не выстрелил. Тебя нет. А почему мы остановились? Что вы делали? Сейчас прошу вас, мистер Хадден, стать моей женой! На всю жизнь. Черт возьми, Уотсон, хватит ползать по полу, пора надевать смог. Арестовать Шерлока Холмса. Он нехороший человек. Откуда вы знаете? Я женщина. Уходи! Уходи, пожалуйста. Обещаю, что самого страшного... не произойдет.